внутри. Ага. Ну вот, друзья мои, значит, что сейчас перед вашим взором, это самый конец вот этого района Изборн. Это самая крайняя точка, до какой можно доехать на колесах, как бы. Вот такое, посмотрите, дикое место, спокойствие. Вот там стоит несколько машин. Вот эта машина, которую мы взяли в рент. Вот это вот Toyota Corolla. Дальше, вот там забор, начинается частная дорога. Она идет резко вот так вверх, в эти холмы куда-то уходит. Там частная собственность, какие-то, видимо, пастбища. Вот. Видно несколько людей, которые по берегу ходят, то есть просто пешком вот туда-туда. То есть пешком можно, конечно, неограниченно идти. Люди с собаками гуляют. Да, люди гуляют с собаками и прочее разное. Здесь вот такие дикие скалы, дикие камни. Дима, покажи вот этого динозаврика. Вот впечатление. И попробуй к нему ближе подходить. Вот чтобы мама увидела динозавра. Мама увидела такое зрелище, значит, которое показалось ей, что это похоже на динозавра. Что-то я не вижу совершенно здесь. Ага. Говорит, коряга похожа на динозавра, на котором сидит какой-то наездник. Не знаю, так издалека она казалась. Вот. Вот такая вот интересная коряга. Да, вот такое спокойствие, какое сейчас на водной глади, это редчайший, ребята, случай для Веллингтона. Это очень редко. С учетом того, что сейчас вторая половина июня, и что зима в этих местах, совершенная теплота, очень тепло, я даже не знаю, ощущение такое, что градусов 20 даже. Очень спокойно, очень замечательно, вдалеке едет какой-то паром, возможно, там это паром с Южного острова. Да, вот посмотрите, вот какая идиллия, ребят, вот так живут люди здесь, в таких вот местах. Вот такие скалы. Мне кажется, это вообще рай. Вот рай детский здесь живет. Да. Это юг, рай небесный, а на юге тут рай земной. Да. Да. Сейчас проезжали несколько людей, которые ловят рыбу, а один там маор закидывал сеть какую-то, значит, здесь еще и сетью что-то ловят. Вот. Вот, так, вот. Вот такое изумительное совершенно место, ребят. Изумительное место. Я показываю. Ага. Отдых для тела и души. Вот такое, ребят. Значит, сейчас я впервые в жизни снимаю камерой GoPro 11 Black. Только вчера мы купили эту камеру здесь. Сегодня пробуем. Вот сегодня пробуем ее впервые, в первый раз. Купил ее, потому что моя старая камера девятка. Две трети. На которую снято две трети видео на моем канале в эмиграшке, она уже давно начала глючить. И просто глючить начала немилосердно. Причем один день глючит, второй не глючит. И, в общем-то, капризит. Да, я принял решение уже давно. Хотел, конечно, купить новую камеру. И вот вчера я увидел впервые утром, когда делал ресерч по новой модели вот этих вот камер GoPro 11, я увидел, что в продаже появились такие Creator Edition, специальный набор, такой сет, где эта камера продается вместе с ручкой, которая превращается в подставку, в треногу, в трайпод. Также в комплект входит небольшой свет, маленькая, очень яркая LED лампочка с рассеивателем, с диффьюзером. Вот, что там еще идет? Кейс Media Mod, который прямо сейчас надет на камеру. В этом Media Mod'е несколько входов. И вмонтированный, встроенный микрофон. И также вот эта ручка, которая превращается в трайпод миниатюрная, она позволяет, она работает как чарджер. И она сама способна заряжать эту камеру, если батарейка в ней, значит, израсходована. Все. И батарейки здесь тоже какие-то особые, не знаю. Сними, пожалуйста. Не знаю, что за батарейка, да. Я думала, это камушки, мелкие камушки. Волна прибила на эти скалы. Где это ракушки? Вот это, а это ракушки. Синие ракушки, да. Я их как-то вот одна. А это живая ракушка. Это живые ракушки, да, это такие. Они вот. Они прям налипают здесь. Мидии, живут, да. Это удивительно, да. Дима, я первый раз вижу. Да. Это не просто камешки прилипли. Да, все камни, знаешь, обросшие такими ракушками, то есть вот так вот они и живут. И вот как, да, она выглядит, Дима, сними так вот. И вот это, насколько я понимаю, сейчас время отлива, потому что когда прилив, вот это все место, где ракушки, оно скрывается под водой, потому что иначе они не живут. Они не живут на таких скалах.
То есть вода доходит выше этого уровня, потому что вот раковина, даже здесь видно, что вот вот морская вода, она внутри, то есть все эти скалы, они скрываются под водой. Да, а сейчас, видимо, отлив. Да. Сейчас очень большой отлив, да. Это место, оно скрывается водой. Они так колоритно, да, вот эти, да. Темно-синего какой-то фиолетового, да, оттенка. Да, 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 интересно. Я так думаю, что это просто цвет камня. Нет, это такие миди, ракушки маленькие, да, да. И у них тут целые колонии. Интересно. Да. Так что, друзья мои, сейчас проходит у нас первое такое боевое испытание в полевых условиях этой камеры. Я первый раз увидел, как дрон запускают. Да, сейчас только что мы запустили дрончик, немножко полетали на нем. И мама, немножко жутковато. Мама была поражена, жутковато, ну, конечно, какой-то... Какой-то... Artificial intelligence, какой-то искусственный разум с тобой рядом летает, смотрит на тебя во все глаза и чего-то еще снимает и фиксирует. Это, конечно, необычный такой. У меня ощущение, это не для слабонервного человека, моего поколения. Это удивление, поразительно и какой-то внутренний страх, что какое-то вот неживое смотрит на меня и меня снимает, помимо моей воли вроде как, да? И я не знаю, что от него ждать. Но мне кажется, здесь есть и плюсы, но и минусы. Это все будет зависеть от того, в чьих руках этот дрон. Ну, конечно. И какая цель у него, и благородная, или пустая, или агрессивная. Вот там вдалеке видны два сходящиеся и расходящиеся корабля. Один из них белый, один из них синий. Белый называется Inter Islander. Это один из сервисов, которые занимаются пассажирскими грузовыми перевозками между Северным и Южным островами Новой Зеландии, а другой, наверное, называется Blue Bridge. Мы с мамой несколько лет назад, точнее 2 года назад, в 2021 году мы с ней плавали на Blue Bridge, пересекали пролив Кука из городка Пиктон на Южном острове до города Веллингтона. А вот это синие паромы, большие синие паромы, а вот который белый, это Inter Islander, это еще один конкурирующий, как бы, ну я не знаю, как сказать, наверное, дружественный более, чем конкурирующий сервис, который занимается перевозкой людей и грузов через пролив Кука. Да. Кстати, опыт очень интересный, около 3 часов идет паром, море волнуется, паром так качает вообще так, то есть, конечно, тоже не для людей, которые особо, в общем-то, боятся морских болезней, качки, волны и так далее. Вот. Ну вот такое небольшое, значит, обновление, обновка такая на канале. Да, кстати, если видео будет выложено на YouTube, напишите в комментариях, каково качество звука, каково качество изображения. Я сейчас не использую DJI микрофоны, которые, в общем-то, в идеальном варианте должны быть законнекшены к этой камере. И, как видите, на мне никаких микрофонов тоже здесь нет. И на маме тоже нет, да. То есть мы в данный момент мы используем вмонтированный микрофон, который вмонтирован в Media Mode. То есть вот в этот кейс, внутри которого находится в данный момент камера. Ну вот. Напишите, кстати, как звук. Напишите, как изображение, да, мам? Да. И вообще напишите, температура окружающей среды вообще передается вам через вот такую съемку или нет. Так что будем смотреть. Вот. Монтажом заняться не могу, смонтировать не могу. Съемки с дрона просто, видимо, придется выкладывать отдельным, каким-то отдельным файлом. Но об этом подумаю позже. Ну а сейчас мы продолжаем наше путешествие по Веллингтону, по музеям и выставочным залам, да. Как говорится, да, мама? Да. Вот, ну все, посмотрели на всю эту красоту, поехали дальше. Оставайтесь, пожалуйста, друзья мои, на канале, пишите ваши комментарии, подписывайтесь, ставьте ваши лайки, чем я буду несказанно рад. Да, и это, конечно, мне прибавит оптимизма в плане изготовления других каких-то видео. Сегодня просто в этот раз такой проба, небольшой тревел, проба пера, проба камеры, такое небольшое тревел-видео. Всем пока-пока, счастливо, удачи!